Обязательно надо выходить. Почему еще? Потому что вчера президент Путин подписал закон о том, что теперь даже встречи с депутатами, они фактически запрещены. То есть их нужно согласовывать точно так же, как и митинги. И понятно, что если крупную акцию против коррупции то пытаются, как говорится, запретить под разными предлогами, то простому независимому депутату даже по какой-то районной проблеме теперь вообще не дадут встречаться с жителями. Поэтому на самом деле нужно использовать любую возможность, чтобы заявить о своих правах. Приходите, не знаю, отдельной колонной приходите. Вот, ну, если там берем Москву, реновация. Приходите отдельной колонной. Я знаю, что уже в Фейсбуке даже создан ивент такой. Значит, отдельная будет колонна тех, кто выступает против вот этого бандитского законопроекта о реновации. Тоже, значит, жители Балашихи, значит, вот кто живет рядом с этим Кучино, приходите в свои отдельные колонны. Это нормально. Это нормально выходить. Смотрите, у нас есть законодательный механизм, когда мы, ну, в рамках закона пытаемся, да, там, поправки предлагать, законы. Если нас не слышат, мы имеем право законно по Конституции 31 статье выразить свою точку зрения на законном публичном мероприятии, что и будет проходить 12 июня по всей стране. Поэтому я вас вот призываю, жителей Зюзина и других районов, участвовать в этих акциях. Это крайне важно. Я как районный депутат, я это понимаю, что когда ты не можешь что-то, даже как районный депутат, решить, значит, нужно поднимать голос вместе с жителями, с площади городов наших.